Доброе утро всем моим друзьям. Вот хочу показать утро гусят на этом новом выгуле. Огородил до болиголова, до травы вот этой белой. Она вредна. Там выкосил вчера сено под грибу. Подсохнет. Им здесь нормально. Я их сюда отправил. Тут они траву уже съели. Такой хороший загончик вдоль нашей сетки. Вдоль участка. Дальше буду продлять по мере съедания травы. Потом новый выгул. Ну так потихонечку они будут расти. Для чего отсюда выгнал? Чтобы тут убраться и сделать перегородку, загородку для уток. Вот утки будут на этом нижнем стадионе, на кусочке. Тут все уберется. Они здесь будут пастись. Тут порядок наводить. Вот я сейчас для уток гашеной полы просыплю. Здесь подубрал у уток, у гусей. Мокро убираю там по мере загрязнения подстилки. Новое еще не подсыпал. Переворошу, будет им хорошо. Проветривается все. Здесь открыто все. И сейчас укур приберусь маленечко. Буду делать загородочку на улице. Гуси обклевывают картон, но это целлюлоза, нормально. И деревья обклевывают. Вот, и здесь просыплю. Поклевали они хорошо, сухой корм досыплю. Собственно, не голодное, нормально все. Сейчас приму здесь. Быстренько размечусь. Эти ограждения уберу, чтобы уткам тоже была зелень. Пока малые посидят. Посидят в заперти денек-два, адаптируются, и потом уже можно их выпускать. А это мокрую подстилку сюда, просыхает потом на яму. Вон, за досками там в конце. Всем благ, всем добра, вот такие вот работы, как корыто промыть, да и все. Собственно, никаких особых трудностей нет. Ветер сегодня, ветерок в новом поле. Хорошая для работы погода, нормально. Всем добра!